Привет, друзья! Вы на канале «Очень вкусная еда». И сегодня мы готовим мой любимый персиковый пирог. Он настолько прост в приготовлении, что его может, в принципе, сделать даже ребенок. И нам для этого понадобятся сами персики. Я возьму, может, штук 5-6, посмотрю. Мед, где-то 2 столовых ложки. Ванильный сахар или вот такую штангочку. Вот. Тесто. И немножко масла сливочного. Все очень просто. Раскатываем тесто, подготавливаем персики и отправляем в духовку. Ну что, начинаем. Итак, сначала на сковородку мы забрасываем персики в произвольно нарезанном виде. У нас ушло где-то штук 6-7 вот так вот для начинки. Включаем средний огонь. Добавляем ванильный сахар. Как я уже сказал, можно палочку ванили добавить. Но у нас таковой не оказалось под рукой, поэтому мы добавляем немножко ванильного сахара. Какие красивые. И добавляем затем, ох, какой запах пошел, 2 столовых ложки меда, такие вот, хорошо с горкой. Я уже не дождусь, когда этот пирог будет сделан. Ну и примерно 5-7 минут на средненьком таком огне даем томиться персикам, чтобы они пропитались ароматом ванили и меда. Друзья, мы нанесли сливочное масло на дно теста и теперь отправляем туда персики. Нашу вкуснейшую начинку. Начинку мы разместили. И сейчас накроем вторым слоем теста, превращая в красивый пирог. Вот так сверху накрываем, выравниваем и обрезаем ненужные излишки. Итак, мы по краям формы убрали вот лишнее тесто. И сейчас сверху наносим взбитым желтком. Оно даст приятный цвет, когда наш пирог будет готов. Затем мы отправим пирог в духовку на 30-40 минут на 180 градусов. Друзья мои, я просто беру вот так ложечкой. Это сладкая бомбочка, хрустящее тесто. Начинка. Как же это вкусно. Можно сидеть целый вечер и есть только этот пирог. Бесподобно. Очень вкусно. Друзья, если вам понравился этот простой рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а мы увидимся в следующем видео. Пока!